В Карагандинской области сгорело 120 тонн сена. Возгорание скирдованного сена произошло 16 октября в 15 часов 40 минут в Амангельдийском сельском округе на зимовке Самбет. Пожар локализован 20 часов 40 минут и ликвидировано 22 часа 05 минут. При пожаротушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники службы департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. 6 человек и 2 единицы техники ДПФ Амангельдинского сельского округа. Действиями пожарных не было допущено распространение огня на жилые помещения, которые находились от места пожара в 100 метрах. По словам пострадавшего, загоревшее сено являлось заготовкой на зиму. Все было уложено и полностью укрыто. Однако причина пожара неизвестна и все еще выясняется. Площадь пожара составила 1350 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, сообщил в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.